Омск накроет последней этой весной волна холода. Вместо плюсовой температуры и таяния снега горожан ждут снегопады и заморозки до минус 20 градусов. В начале этой недели столбик термометра опустился до минус 6 градусов днем и ночью опустится до минус 9. Пойдет небольшой снег. Затем Омичей ждет резкое похолодание до минус 19. Низкая температура продержится всю неделю и только к концу месяца ожидается небольшое потепление. Как отмечают метеорологи, такие перепады – норма для этого периода. Похолодание связано с переходом в наш регион антициклона. В западных районах к нам двигался антициклон. Он постепенно уходил на восток, но западной его периферии ядрышко образовалось, и оно усилилось, и организовался такой вот обширный антициклон. В первой декаде марта у нас температурный фон выше нормы на 4-5 градусов. Но вот вторая декада у нас началась, пока температурный фон выше нормы.